Парк Величко – излюбленное место для отдыха не только для жителей Сходни, но и для всех химчан. Здесь есть детские спортивные площадки, велодорожки и зоны отдыха. А теперь появилась и новая сцена с амфитеатром. Первые шаги, которые мы сделали, это амфитеатр на 150 мест. Сейчас заканчивается уже ремонт, и 1 сентября будет техническое открытие, а праздничное открытие будет 4 сентября на День города Химок. Очень важно, что отметить, что здесь не просто сцена, мы здесь установим проектор, экран, и здесь будут идти трансляции. Рабочие уже установили амфитеатр и большую сцену с навесом, так что непогода не помешает зрителям насладиться концертом. Также рабочие установили большой экран, на котором химчане смогут смотреть фильмы. Оценить новую сцену и проконтролировать ход работ пришли лидеры движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» Ирина Андреева, Михаил Раев и Ирина Роднина. В округе сегодня большая проводится работа по развитию общественных пространств, в организации зон отдыха, зон для занятия спортом, потому что население района растет, это все нужно. Вот нужно где-то заниматься спортом, отдыхать детям, родителям. Инициативу реконструкции сцены в парке Величко выдвинули жители городского округа. Лидеры движения общественной поддержки идею поддержали и разместили на сайте проекта. Так как инициатива набрала большое количество голосов, она была реализована в числе первых. Все больше и больше точек притяжения появляется в Химках. А амфитеатр классный, музыка в Подмосковье. Как человек музыкальный, я люблю петь. Танцевать не очень, но люблю петь. И в ближайшее время планируется открытие. 1 сентября пробное, 4 официальное. Приходите, будут фильмы, будут развлечения. На новой сцене будут проходить концерты и праздничные мероприятия. Например, она станет одной из площадок для проведения предстоящего Дня города. Когда имеем такой объект, то надо все остальное приводить в порядок. Поэтому мы тоже знаем, что на следующий год, 22-й год, будет продолжаться благоустройство этого парка. Строительство новой сцены – это первый шаг глобальной реконструкции парка Величко, которая будет проведена в следующем году.